Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня у нас на обзоре лазерный дальномер от известного китайского бренда Unitrend, производителя высокоточного измерительного инструмента и оборудования. Модель называется UNIT-LM100, то есть, как говорит само за себя, это дальномер может измерять до 100 метров. В комплектации видим сам дальномер, качественный чехол для хранения и переноски, который идеально под размер рассчитан. Видим гарантийный талон с датой производства май 2019. Также руководство пользователя на китайском языке. Теперь давайте подробнее про сам лазерный дальномер. Для начала круговой обзор. Спереди видим оптическое стекло лазерного излучателя приемника. На задней стороне прибора расположен отсек для батареек. Вмещает две батарейки стандарта 3А, 1,5 вольт. И на лицевой стороне лазерного дальномера видим надпись в 100 метров. Имеется большой жидкокристаллический дисплей. Слева расположена колба для выставления дальномера на горизонтальный уровень. Первая кнопка – это красная кнопка DIST, кнопка включения лазерного дальномера. Для включения нажимаем и удерживаем кнопку. Нажатием этой кнопки загорается лазерный луч для прицеливания. Наводим на объект измерения, и еще одно нажатие производит высокоточные замеры. Вторая кнопка – это кнопка CLEAR, это «стирать» в переводе с английского. Нажимая и удерживая кнопку DIST, мы также можем перевести устройство в режим непрерывного измерения. Третья кнопка с указанием перечеркнутого динамика позволяет включать и выключать отклик звука на нажатии кнопок. Четвертая кнопка с изображением плюс и минус позволяет складывать и вычитать измерения. Нажатие кнопки вызывает функцию сложения, и нажатие и удержание кнопки позволяет вычитать. Пятая кнопка с значением Unit. Если присмотреться на значок и стрелку, то видим, что может измерять от начала лазерного дальномера. Второе значение позволяет измерять с конца дальномера, то есть длина самого лазерного дальномера закладывается в измеряемое расстояние. Шестая кнопка Log – это память, при нажатии и удержании которой позволяет сохранять и удалять измерения из доступных 20 ячеек памяти. Прошу обратить внимание, я в таком устройстве вижу впервые. Это электронный угломер, то есть под наклоном позволяет узнать любой градус. И седьмая многофункциональная кнопка Funk. Функция, видите, на экране появился значок, прямоугольник. Начнем с него, с измерения площади. Измеряем длину, измеряем ширину и получаем общую длину отрезков 3,5 метра и объем 0,7 метров квадратных. Второе измерение – это измерение объема. Делаем замеры длины, замеры ширины, высоты и получаем ровно 1 кубических метров объема. Следующее – это измерение треугольника. Измеряем сперва гипотенузу, далее катет и получаем значение неизвестного катета. Все легко и быстро. Кроме